Анастасия, пытаю. Как не мешать ребенку и любому человеку быть собой? Но это то же самое, если ты будешь кушать, и к тебе будет ребенок приходить, его забирать у тебя ложку и начинать тебя кормить самому. Ему самому захочется тебя кормить. Он будет тебе мешать или нет? Вот это то же самое. Не мешать. Пусть просто он познает мир. Если идет дождь, то дождю никто не может помешать. Если ты посадила цветок, и появился бутончик, который ты не видишь, какого цвета даже он будет. Хотя тебе в магазине говорили, что он будет розовый. То ты его не приходишь, не раскрываешь. Потому что если ты будешь его начинать раскрывать, ты испортишь все. А если ты его оставишь в покое, он начнет сам раскрываться, раскрываться потихоньку, и появится красота. Так же и здесь, не надо мешать, не надо вот раскрывать, потому что он не вырастет, он испортится, он завянет. Не будет толка от этого цветочка. Должно все само проявляться. Оно все само происходит. Главное быть собой. Познавать самого себя. Вот для чего мы здесь. А не говорить людям, как надо лучше.